Привет, мои маленькие змейки, с вами на связи Дискмен, и сегодня отличный день. Да, он такой, потому что я буду смотреть видео, о котором все говорили. Это видео очень популярное, и это неудивительно, ведь речь идет о Диане Анкудиновой. Ну что ж, давайте приступим. Я хочу видеть это первым, поэтому включу это сейчас. Сказать, что я в шоке, это ничего не сказать. Меня как будто бы загипнотизировали. Меня заворожила Диана. У меня как-то даже слов нет. Это было так круто. Это была настоящая магия. У меня такое ощущение, будто в нее кто-то вселяется. Потому что так понимающе, так глубоко, так чувственно. Как будто бы это поет не 14-летняя девочка, правда. Как будто бы... Но это очень харизматично, это очень точно, это очень умело. Это восхитительно. Это очень сильно, это очень мощно, это очень вокально, это очень артистично. Настоящая артистка.
Вы знаете, это видео, оно меня удивило, оно меня поразило, оно меня пронзило своей энергетикой. Это был какой-то спиритический сеанс, в котором Диана нас всех с вами влюбила в себя. Вот как-то так. Ребят, напишите, пожалуйста, что вы думаете. Теперь-то я понимаю, почему мне все советовали посмотреть это видео. Диана уникальная. И вот я сейчас, правда, я сейчас восхищаюсь. Вы знаете, многим артистам, уже состоявшимся, да, надо брать пример с 14-летней девочки, как заворожить и притянуть внимание зрителя от начала номера и до конца. Но это талант. Это талант и большая работа. Мои маленькие змейки, подписывайтесь на этот канал, ставьте этому видосу лайк. Мы с вами на связи, и я вас очень сильно люблю. Пока!